Друзья, всем привет! Сегодня 24 мая. Всем привет-привет! Вот, на улице холодно. Вот сейчас машина сделает из меня. Обрыжет полностью. Идет дождь. Ребят, информации по урокам сразу вот вам говорю. Сегодня будет 12-я тренировка, 12-й урок 5-й части от Данила Анатольевича. Даня, привет. Вот, и по ИЗО завтра выйдет урок. Ну, то есть выложится уже, он будет выложен в доступ по видео. Это тропические птицы, наброски. И попробуем еще один урок сразу залить. Покрас пальм и покрас тропических цветов. Вот. То есть по ИЗО, скорее всего, завтра будет два урока, а по танцевально-спортивной тренировке будет сегодня один урок. Пятой части, очень медленный разбор пятой части цирка и соединение всех частей в конце в один номер. Вот это как будет сегодня. Вот как у вас там дела, кто что делает? На улице холодно, вышел только вот чисто вот магазин, потому что времени вообще ни на что сейчас не хватает, все бегом. Всем передаю привет, всем, кто особенно там волнуется и переживает, что я пропал, исчез или что-то там еще. Все прекрасно понимают, что все хорошо, что я живой. Пусть никто не волнуется, потому что я знаю, что некоторые переживают. Ну, в общем, ребят, все хорошо. Материал будет выкладываться сегодня. Танцевально-спортивная тренировка будет выложена сегодня. ИЗО, два урока будут выложены завтра. Вот. 24 мая. Вы видите, все равно погода у нас сегодня какая, опять дождь, холодно, и народа опять никого нигде нет. Так что вот так. Ну, хотя настроение, кстати, хорошее. Не знаю почему. Но сегодня какой-то позитив просто. Хотя вот я только-только вот выбрался, отсоединился, можно сказать, от ноутбуков, от компьютеров, и только сейчас, так сказать, освободился от всего, от всяких дел, от домашних, от всего. Вышел в свет, так сказать. Вот. Так что такие вот, ребят, дела. Всем, как обычно, передаю привет. Паша, Илья, Таня, Влада, Лена Сомова. Алена Бахерева, прохожу мимо твоего дома на Балакирева. Как-то так. На нашем клубе снова тут висят всякие распорядительные бумаги, что тренироваться нельзя, прочие бла-бла-бла. Вот. Так что вот так. Всем привет. Спускаюсь вниз. Сейчас вот будет видео, как я кубарем спускаюсь вниз. Нет, шутка. Надеюсь, этого не будет. Вот. Так что вот так. В общем, очень на улице как-то не очень приятно. Вот, идет дождь. В общем, ребят, смотрите. По урокам, да, я вам все сказал, как, что, куда и как будет сегодня, что будет завтра. И чтобы никто особо не пропадал и не исчезал, высылайте видео своих
то, что у вас там получается на своих уроках. Если какие-то у вас есть вопросы, то ну, спрашивайте все, чтобы можно было вас, так сказать, ну, проконсультировать по разным вопросам, что, где, как. Если вам что-то, допустим, непонятно или какие-то у вас вопросы возникают. Вот, потому что когда высылают, да, вот эти вот видеоуроки родители, многие, у всех разные, так сказать, разные вопросы возникают. Вот, так что не стесняйтесь задавать вопросы, чтобы можно было разобрать эти темы, разные по ИЗО, более подробно. Вот. Ну что еще? Ну вроде как бы все. В общем, ребят, следите за новостями активнее, пожалуйста, просматривайте, активнее просматривайте посты в ВК, которые выкладываются видео, фото. Вот. И не болейте, не скучайте. Все хорошо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. И до связи скоро. Надеюсь, я еще выйду в эфир в ближайшие дни, когда буду более свободен. А так, ребят, у меня есть телефон, кстати, можно мне звонить в любое время, если кому-то я очень срочно прям нужен. Всем отвечаю. В общем, как-то вот так. Ну все, давайте, ребят, всем пока-пока. Ждите сегодня урок. И завтра еще два урока. Ждите по ИЗО. Вот как вот так, такая у нас улица сегодня. Дождливая, народу никого. Ну, это если снимать Балакирева. В общем, ребят, такие вот дела. Есть вопросы, пишите. Хотите поговорить, звоните. И не пропадаю я никуда. И я на месте, так сказать. Для особо волнующихся еще раз повторю, что все хорошо. Пусть никто ничего не накручивает, не надумывает. Все отлично, все нормально. Все хорошо. Всем пока. 24 мая 2020 год. Всем пока.